Запрет на выезд из страны, обнаруженный в аэропорту перед вылетом, кошмар любого туриста. Около 25 тысяч тверских должников не смогут выехать из России в 2020 году. Почему и что делать, чтобы не стать невыездным, а также как поступить, если все-таки вы нашли свое имя и фамилию в черном списке, ответы в сюжете прямо сейчас. С 2017 года сумма долга, с которой выпускают за границу, увеличилась в 3 раза, с 10 до 30 тысяч рублей. Стало ли меньше тех, кому закрыт выезд? Нет. Число ограничений в выезде значительно возросло. Ограничения на выезд за пределы страны продолжают действовать и по сей день. И в следующем году продолжит действовать в отношении 25 тысяч тверских должников. Эти люди не погасили имеющуюся задолженность, сообщают тверские приставы. Такая серьезная мера применяется в отношении должников, чья сумма задолженности превышает 30 тысяч рублей. Однако таких категорий исполнительных производств, как взыскание алиментов, возмещение вреда, причиненного здоровью, имущественного ущерба или морального вреда, причиненного преступлением, этот порог снижается до 10 тысяч рублей. На сегодняшний день ограничены более 25 тысяч должников. При наличии кредиторской задолженности, штрафам ГИБДД, коммунальным услугам, а также алиментным платежам. Сумма долга, которая превышает от 10 и 30 тысяч рублей. Как узнать, кому и сколько я должен, и есть ли запрет на выезд? Самый простой способ отслеживать наличие долгов на сайте ФССП, введя в форме на главной странице свое фамилия, имя, отчество и город. Там же указана информация о ведущем ваше дело приставе, с которым можно оперативно решить вопрос о погашении долга. Таким образом, вы избежите возникновения непредвиденных ситуаций в пунктах пропуска через госграницу. Если задолженность все-таки есть, при возможности лучше сразу ее погасить. Деньги поступают в течение суток, но для того, чтобы снять ограничения за пределы Российской Федерации, нужно дождаться от 3 до 7 рабочих дней. После этого производство будет окончено, и ограничение за пределы Российской Федерации у должника будет снято. Лучше, конечно, заранее оплатить свою задолженность для того, чтобы беспрепятственно вылететь за пределы Российской Федерации. В 2020 году приставы планируют оповещать должников о запрете выезда за границу смс-ками. Федеральное информагентство со ссылкой на Минюс сообщили об этом в начале августа. Разрешение на отправку себе сообщений должник должен подписать. И пока не совсем понятно, как это будет осуществляться. Но зато у нас появится еще один способ узнать о срывающемся отпуске и вовремя принять меры. Если, конечно, смс-сообщения будут приходить не за час до вылета.